Уже возникает вопрос, зачем такая власть? С такой властью что обычно делают? Выходят на улицу и сносят. Недавно слышал, что одна из правых политических партий, бывший партнер нынешний ПАС, который их они кинули, и их в том числе, вот, сказали о том, что неизбежны протесты. Угу. И по мне, так, если сегодня настроения протестные в обществе не так сильны, то через месяц и спички не нужно будет для того, чтобы люди выходили. Тем более, как вы сказали, транспортники сегодня уже чуть ли не ультиматум ставят о том, чтобы необходимо повышать цены на проезд. Потому что солярка растет, мы просто не замечаем. Вот это вот выражение «покупай сегодня, потому что завтра будет дороже», оно становится применительным абсолютно ко всем продуктам и услугам Республики Молдова. Если сегодня ты не залил бак бензина, там 10, 20, 30 литров, то завтра он будет стоить дороже. Сегодня не купил хлеб, завтра будет стоить дороже. И вот так во всем.